Друзья, с прошлой серии прошло не так уж и много, и в этой серии мы сделаем кое-какую охуенную штуку. Мы придем в деревню гоблинов, либо мы их захватим, либо перебьем там всех нахуй. Вот такими вещами мы занимаемся в выходные дни. Все настройки звука можно отрегулировать меню параметров. Да, кстати, заметил такую проблему. Если у тебя наушники, то все заебись. Но как только стоит тебя включить колонки, звук становится очень странным и издалека. Трое мертвых, мы это уже читали. Так, Финдл. Бля, с ним что делать без сознания? Как его можно вылечить? Так, сохранимся и попробуем его вылечить. Не вылечили другого, ну, этого вылечить. О, можно? Breaths are shallow, his wounds deep. Нихуя ты встал, блядь. Ладно, по-другому вылечим. Бля, если честно, в идеале можно было бы ему бутылку дать, вообще было бы четко. С помощью бутылки было бы не так жалко потраченных, скажем так, усердий. Потому что лечить мне еще команду... ёбнулся. А, мужичок-то ёбнулся. А, бонус к атаке плюс 3. Это ей нужно. Это ей надо. Ей хорошо выглядит, если честно. Она прям копейщик. Единственное, что я не понял, что не так с этим, блядь, дурачком, блядь. Заклинание. Угу. Не может творить заклинание, нет умения для надетого доспеха. Нет умения для надетого доспеха. Нихуя не понимаю. Не может творить заклинание, нет умения для надетого доспеха. Не может творить заклинание, нет умения надетого доспеха. А ну-ка посмотрим в интернете, что это такое. Не может творить заклинание. Нет умения надетого доспеху. Заклинание волшебника. Ну-ка. А, заклинание любого уровня запоминается и, соответственно, изучается только из свитков. Не использовать их можно было только достигнув нужного уровня. Ага. А теперь вопрос. Блять. Как вот так сделаем? Стоп, мне все-таки интересно. Смотри. Вот он волшебник, да? Че это? 0,7? На это 0,7. Ну, это получше будет. Нет умения тяжелая броня. Подожди, если я взял заклинание, это не значит, что я могу им пользоваться, правильно? Если я им не могу пользоваться, значит его как-то изучить надо. Потому что интернет мне ничего сильного не подсказал.
Амулет заблудших голосов. Он даже это не может делать. Хорошо. А почему она может это делать? Видно, что решили в торопях, сами кольчуги выглядят крепко, и заряд украшен обсидиональным диском, словно бы поглощающий весь попадающий в него свет. Ограничивает бонус КБ от ловкости не выше плюс 2. Да. В общих чертах. Ага. Нету в группе, не могу передать. Ну давай вылечу. Take it to. О, заебись. Уя, он лечится. Так, Финдал использовал. Что? Спасибо большое. Я уж думал, мне конец. Кто эти гоблины пробрались вообще? А как эти гоблины пробрались вообще? Тебе что, никто не искал? Удивляюсь, что гоблины на тебя на месте не прикончились. Чего бы это? Погоди. Валерий, я завершу то, что они не начали. Угу. Они вопросы задавали про какое-то оружие. Я им сказал, тут нет другого оружия, кроме того, что козломорды принесли. Я должен предупредить, а ты будь осторожнее, в туннеле полно ловушек. Еще раз спасибо. Я не сильно что-то понял. А, взять, подобрать. Ого. No time for dally. Так. Ну все. Выходим. Бля, это дольше, да, было. Подобрать. Она еще будет кидать. Раз уж мы делаем из нее паладина мечника. Worth a shot? Что это? Я точно тут был. Ну-ка, разгруппировать. Стоп, что за хуйня? Так, мы идем сюда. Так, пойдем поможем. Полы надо будет сырать. Городское лакомство. Ты же верный, ты не можешь умереть. Умоляю, не бросай нас. По-моему, он без сознания. Эд, ты нас слышишь? Стоять ни шагу ближе. Странный символ, печатающий в плоть, светится, и что-то внутри волнуется, откликаясь. Замереть и поднять руки. Рана у него тяжелая, но, пожалуй, я сумею помочь. Я хожу, где мне вздумается. Получить в голову личинку свежевателя разума, участь хуже смерти, не так ли? Преимущество помеха от ситуации. Блять, ну давай вот идти лит мудрость. Два этих будет, плюс бонус получу, может. Два надо, ебать. Это много. Он сейчас, блядь, двадцатку выкинет по-любому. Идеально. Мне больше не нужно. Прошу прощения, наш брат Эдвин, он верный, и он ранен. Я не подумала.
Нечто волнуется внутри тебя, оно не дремлет, и алчит. Оно забирает в тебя что-то, что потом уже никогда не вернут. Раненый встречается с тобой взглядом, паразит копошится в голове. Пытается от него закрыть, посмотреть ему в глаза, отступить и подтянуться за оружием. Посмотреть ему в глаза? Ваши разумы переплетаются, ты видишь его брата и сестры Адрика и Брина, новые рекруты. Теперь ты за них отвечаешь. Защити. Случайно, верно, она сможет. Она. Эдвин. Эдвин! A true soul, thank the Absolute. Спасибо, Абсолют. Эдвин, наш брат, он был избран, прямо как ты. He was chosen, like you. Do you have orders for us? У меня есть для нас приказ, Эдвин. You were reporting to Edwin. Был нашим командиром. Кто такие верные? What? Что? Are you? Ты хочешь проверить нас? A true soul. Верные вроде тебя, это те, кто избран Абсолют. Вы говорите ее голосом. You speak with her voice. Your words. Ваши слова, ее приказы, она дарит верным власть, чтобы те воплощали ее волю. Я, может, гоблина могу приказать. И когда придет время, верно, вы будете править. Эти два мне нравятся. Такие усердные, никаких мозгов. Короче говоря, пока не смешиваешь в нашей вере. Или какая-то ошибка, я неверно. Что ты делаете в этой глуши небезопасно? Что случилось с вашим братом? Мы знаем, это лучше, чем хотелось бы, но здесь по приказу Абсолют. Мы ищем беглецов, тех, кто уцелел после падения корабля к западу отсюда. Это мы. Я выжил при крушении, выходит, вы искали меня. Что случилось с вашим братом? Медведь Сыч. Он повалил брата на землю. Но мы как-то тащили его, но зверь уже подрал. Я говорил Эдвину, не надо лезть в эту пещеру, там кругом следы медведь Сыча. Я хочу туда. Вы должны убить тварь и отомстить за брата. Дался мне этот медведь. Уходите, пока жив. Я выжил при крушении. Так. Ты, Брина, убей. Не понял. Чё-то я, блядь, нихуя не понял. Они хотят меня убить? Я сказал, что я сбрел с корабля, они сказали, убей ее. Я скажу, я, блядь, в душе не ебу, кто это. Не буду признаваться. Блядь, это так странно было. Эльфы, дварфы, полуэльфы, полуорк, гномы, тифлинги. Я эльф. Расскажите, ты знаешь, в этом беглеца. Я выжил при крушении, выходим, вы искали меня. Вы должны убить тварь, а там следить за брата. Расскажи, что знаешь. Они умрут, они... Этот ты не справился, они тем более. Не знаю, как они выглядят. Вообще, кто выжил, кажется, наверняка и занят. Это уже кое-что. Абсолют желает, чтобы нашли их любой ценой. Короче говоря, я выжил при крушении, должны убить тварь. Дался вам этот медведыч. Короче говоря, ты ничего не смыслишь на связи. Спаси, верно. Я только повторяю, что знаю, как мне казалось. Похоже, еще нужно многому научиться у Абсолют. Так. А, и что, бросить Эда? Думаю, он бы хотел, чтобы мы продолжали наше общее дело. Найдем способ почтить его подвиг. Да укажет нам будь Абсолют. Что-то они прям в Абсолют это верят. С ним ли тоже что-то надо сделать? Похоже, как Абсолют приходит служить отовсюду. Впечатляет. Итак, личинка позволяет нам влиять на окружающих. Как интересно. How very interesting. Don't get too excited. Не спеши радоваться, неизвестно, на что влияние стоит. И пока мы выясним эту цену, лучше не торопиться. Until we know what that cost is, the only reasonable approach is a cautious one.
Весь дар манипулирует людьми, заставляет их выполнять все твои капризы, и ты собираешься осторожнее? Тоска смертная. Такие возможные манипуляции могут оказаться очень полезны, если наши враги станут сговорчивы, то будет лучше. Если эта сила происходит от паразитов, полагаться на нее... Времена нынче непростые, и природа многих сил нам непонятна. Мы должны как следует изучить эти возможности, прежде чем принимать скоропостижные решения. Сенсабль. Так. Странная сила исходит от трупа. Она сдувает. Как правило, трупы не похожи на игрушку. Поиграть, выбросить, когда надоест. Но это тело кажется другим. Из трупа тебе влияет друг, отчаянно прося об освобождении. Глупо будет, если воспоминания носителя пропадут зря. Личинка поглотила все. Этот опыт может носить тебя, делать сильнее. Я возьму. Принять желание соединиться с личинкой, пожелать, чтобы она вырвалась на свободу, позволить своему любопытству направить тебя и освободить личинку. Паразит пытается повлиять на тебя, сопротивляйся, нет. Просто в карман положила. Еее, личинки в кармане. 30 опыта. Получен образец этилинского паразита. Что, заебись. Если ты будешь что-то изучать... Йохо, ебать-то в рот, древко, блин. Древко сломанного копья. Бля, я возьму. Даже древко возьму. Если недалеко пещера, а это вот эта пещера, может быть, это древнее оружие, которое можно починить. Как говорится, почему нет? Воровское лакомство. Полынь. Я играю в полынь. Так. Тут уже кто-то... Тут драка будет, тут засада в любом случае. Что это? Указатель. На запад врата Балдура, на восток Эл-Туэр-Лель. Щит из обломков дерева. Метнуть. Нахуй, блядь. Вот туда. Я хочу убить это существо. Оно, возможно, сильное. И вот это тоже хочется изучить. Возможно, здесь кто-то есть полезный. Видите, это капсула. Здесь кто-то был. Если, возможно, внимательность моя прокачана, ну, достаточно, то можно будет... Чуб трава, кожаные сапоги, чуб трава. О, халява! Алхимией я еще не занимался. Надо какое-то место специально. Я не буду, блядь, типа... Открытый гроб. Деревянная ложка. Следы можно идти? Скалистая ручка. Ага, улей. Здесь куда-то залезть можно. Угу. Так. И, как я понимаю, застать расплох. Я сначала в пещеру, потом сюда. Так, сохраняемся и идем в пещеру. Shift-C, чтобы они все были в этом, в тени. Заходим в пещеру, вдруг там медведи сыч. Следим медведя сыча.
Так. Гнездо медведя сыча. Ну, мне уже нравится, что здесь есть статуя. А если есть статуи, то это уже хорошо. Вот тут, наверное, битва будет. Место хорошее. Когда ты сохраняешься, ты сбрасываешь точку перемещения. Растерзанный гоблин. Ну, гоблин вкусный, так же, как и сам. Если... Блин, мне не сильно нравится, что она так. Так, давай разделим группу. Похоже, маленькое святилище. Религия провал. Магия провал. Блять, два провала, блять, да в пизду. Блин, надо с группой ходить. Вдруг у кого-то из них сыграет. Кто-то знает религию. Кто-то знает историю. Ну, потому что это покажется всей группе. А играть только на одних костях не очень-то интересно. Light on my feet. А, так. Вот это. О, яичко. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, яичко. Спускаемся. Религия провал. Религия успех. Холодная вонючая пещера. Не самое хорошее место. Сохраняемся. И идем дальше. Магия провал. Магия успех. Сундук заперт волшебник. И он знал свое дело. А вот это мы прочитаем. А, прочесть. Древний фолиант, в котором рассказывается о происхождении Силуны и ее сестры Шар. Серебряная лучистая Силуна и ее темный манящий Шар, олицетворяющий свет и тьму во вселенной, дополняют друг друга. А, взять, подобрать. Ну-ка. Внимание, провал. Внимание. Листок силунистской молитвы. Так, я сначала возьму книжку. Возьму книжку. Пыльный том, повествующий о конфликте между богинями и близнецами Шелот и Шар. Подобрать. Молитва, посвященная Силуне, автор призывает всех принять благословение лунной девы, вкусить ее даров. Тот же знает, что на сундуке. Так, взять, подобрать. А что если? Так, из драгоценного камня покрыть по золоту и очень прочен и красив. Так, у него пониженная устойчивость, техническая устойчивость, благословение ее. Сундук окружен магическим щитом, наносящий 4-4 чистого урона любому еретику, который прикоснется к нему.
Я эти. Надо его забрать. Интересно, кто-то умеет у меня читать? Сам сундук-то я могу забрать. Блять, охуенная игра. Нахуй нам содержимое сундука, если можно украсть сам сундук. Просто, блядь. Подобрать нам. О, или похоже, не готовы со своим содержимым. Прикольно, прикольно. Испытание сил Луны. Может, на статую помолиться надо? Типа. Бля, сундук по-любому с чем-то хорошим. Испытание сил Луны. Балдур. Как открыть сундук в пещере Все Луны? Забавно с поклонницей шар получилось. Подлярять. За статуей подсказка с навыком религии, но что делать дальше, я понял. Сундук отвечает на удары магии. Прочитал молитву персонажа, которого прокнет. Прочитал молитву персонажа, которого прокнет религия. Есть религия. Cloak and dagger, my favorite. Does this count as adventuring? Ну, она ему самая мудрая получается. Shadowheart. The mission has to come first. Прочесть. Понятно. Догмы. Клятва древних. Don't mind me. Да, я способен понимать зверей и разговаривать с ними до следующего. Это не просто так здесь лежит. Quietly now. Look where it's a tippy flat. Так. Это клочок бумаги, надо пробовать разными персами, чтобы сработал навык религии рядом с сундуком. Клочок за статуей добраться прыжком, находясь персами высоким вниманием. Этот клочок сразу нашел. У кого-то что-то прокнул, сундук не открылся, ничего не понял, взял клочок и сундук на базу. На базе с этим клочком никто ничего не мог сделать. Приедрил луч. А кому актуально, персонаж, у кого прокнет записка прочтения, берет им записку, прыгаем к сундуку и читаем из инвентаря перед сундуком. Астарион. Чтоб молитв была польза. Послушник. Дар серебря 30 опыта. Хуя себе, блять, тут что может быть, оказывается. Лучше оставить это все как есть. Или же уничтожить, если возможно. Лучше стоп. Это деревня, может быть что-то полезное. Она, наверное, противница этих двух. Или это она есть? Это муза по отношению к Силуне. В любом случае, он просто бесполезен. В худшем, кто знает, может проклять. Не стоит заигрывать с лунной ведьмой или поврикушками, бед не оберешься.
Ебать! Она сестра, блядь, какого-то этого. Она ненавидит свою сестру. И, возможно, она... Другая сестра. Какое вообще тебе до этого дело? Я буду поступать, как захочу. Подожди, не стоит проходить мимо. Проницательность, блядь, конечно. Нихуя себе, блядь. Нет. Его можно постукать. Где все можно постукать? Да, кстати, умно. Я не знал, что некоторые интерактивные предметы можно возле других интерактивных предметов не использовать их. По факту использовать. Так. Нет. Кстати, смешно то, что она не поможет увеличить этот шанс, потому что она с ней и ведется дело как раз. Да ёбаный в рот, все маленькие какие-то значения. Мне нужно больше зиккурат. Шар, она шар, шадов. Сражаясь с божественной силой тьмы. Пассивные проверки могут обнаружить сокрытие деталей окружающего мира. Do not trifle with that moon witch. All her trinkets. Only trouble почти. Will follow. У трейлера Dead Redemption уже 3 раза больше дизлайков, чем лайков. Do not trifle with that moon witch or her trinkets. Only trouble will follow. Да ёбаный твой. Baldur's Gate 3 можно поиграть в мяч с собакой. Директор Лариан считает 99% сотрудников издательства не знали об этом. А, получить ачивку можно. За игру собака. Этот мячик у меня для этого есть. Если честно, я думал, для любого животного его можно использовать. Windows России все. Microsoft запустил рассылку с сообщением, что 30 сентября прекращает продление лицензии. Do not trifle with that moon witch or her trinkets. Да ебаный, блядь, 4-5 было. Do not trifle with that moon witch or her trinkets. Only trouble will. Я буду ждать 2 секунды и заново запускать. Вдруг она как-то работает, шанс с каждой секундой, скажем так. Она меняет свое значение. И... Потому что у меня все низкие значения выпадают. Do not trifle with that moon witch or her trinkets. Trinkets, блядь, на слой trinkets, блядь. Ебать, того рот. Надо было раньше. Or, когда она скажет, надо будет. Вот такие дела. Do not trifle with that moon witch or her trinkets. Only да ёб твою душу, на 2 на 2 больше, и все, я перестану издеваться над тобой. Do not trifle with that moon witch or her trinkets. Only trouble will follow.
Екатеринбурге на детскую площадку пришла стриптизерша. Да заткнись, блядь. О, аллилуйя. Лучше бы я промолчал. Хочешь знать правду? Изволь. Я служу Шар, госпожи ночи, сестре и врагу. Силуни. Теперь ты знаешь правду, но не стоит раздувать из этого историю. Не приведи небо, у каждого из нас могут быть свои тайны. Я не давал согласия быть одной комнате с кем-то, кто получает. Вообще на похуй. Но все равно кому-то мы отклоним, у нас есть проблемы поважнее. Согласна. Не думал, что ты воспримешь это так спокойно. Возможно, мне стоило открыться тебе раньше. Она не должна доверять мне. Она должна доверять мне, блядь. Я в команде, блядь. Мы воюем вместе. Но теперь, когда все раскрылось, расскажи мне о ней побольше. В дальнейшем, надеюсь, ты будешь откровеннее, а пока оставим этот разговор. Больше не могу тебе доверять. Придется... Какая нахуй разница, блядь? С удовольствием будет рассказывать мне больше деталей. Че ты морду строишь, чувствую? Так, сохраняемся еще раз. Серебряное ожерелье. Цы города во время траура. Тяжелые камни в виде срезинок символизируют тяжесть потери. Дать Shadow Heart. Ох, нихуя себе. Сука, опять эта хуйня. Дрочево.
Микрофон включен. Опять не могу. Какой еды? И вот, через 20... Что? А, ну, пей. Так, у меня... У тебя видео нет, что? А-а. Ты можешь, блядь, здесь голая ходить, все равно все пофигу. Так. Чем? Типа я твоим интернетом пользуюсь и должен платить? Бля, я почему я тебе сам подсказываю? На что ты можешь надавить? Типа... Ага. А хотите посмотреть на еще миллион щищек, которые в интернете? У них уже есть специальный сайт, где твои эти обнаженки. Я специально создал сайт. Я показываю, там, бля, за 16 евро, бля, одну тихи. Ну, давай, здесь в комнате черная только я. Да, хороший дом. Нет, нет. Оно у меня уже в стиралке лежит все. Я хотел постирать, потом мне стало лень и так далее, и так далее. Ладно, я... В этой книге описываются древние ритуалы инициации почитателя богини Луны Силуны. Когда ребенок вырастал до определенного возраста, и его обводили в дремучий лес, оставляли там. Ребенку нужно было самостоятельно защищать себя и полагаться исключительно на собственные навыки. Вернуться к серебряному свету лунной девы. После возвращения к своим, ребенок принимался в обществе, и его вера в свою луну и статус последователя более никогда не подвергались сомнению. «Уя себе», — сказал один умный человек. Это что такое? Лунная подвеска. И заротливость. Если у владельца остается 50% ОЗ или меньше, он больше не провоцирует внеочередные атаки. Идол Силуны. А ну-ка посмотрим. Нам моя статуя это 60, мало. Не буду я ее продавать. Так. А, гелиотроп. Он же кровавый камень. Впрочем, кровь может выжить из любого камня, если у него достаточно острые края. Что? Гелиотроп. 40. Мы и сундук заберем. Мы заберем сундук. Нахуй воровать то, что внутри, если можно воровать то, что... Если можно воровать сам сундук. Так, разговор с животными. У этой... Магическая рука. Свет. Второе дыхание. Опа. Савундель.
comes now. Да не та кнопка. А, он четвертый. Не понял, что это такое. Так, Just like old times. Не, все-таки, знаешь что? Сколько у него жизни? Ебать! С чего у него? Страдает? От чего он страдает? У медведя повреждены глаза. Он не может проводить критические атаки и имеет помеху в проверках внимания. В него, наверное, что-то попало. Копье как раз-таки, которое... Ага. Давайте вот это разгруппировать. Тяжелый поступ, ты чувствуешь раньше, тем различать в темноте громадную морду с клювом медвежьего. О, он сразу не напал, так что уже неплохо. Ну что ты его боишься? Не бойся. Дрессировка, посмотреть, как себя ведет медвежич, попятиться, вдохнуть поглубже и зарычать. Дрессировка, конечно. Я не собираюсь, блин, животное убивать. Я хочу его обуздать. 19. Неплохо. У него болезнь, у него в глазу что-то застряло, он поэтому не может наносить критический урон, поэтому я его попробую помочь. Медвежич косится уцелевшим глазом куда-то в сторону, ты пытаешься понять, на что он смотрит, на ребенка. Я не собираюсь трогать ребенка. Видишь, детеныш Медвежича. Сделать шаг, детеныш, медленно попятиться. Так, сделать шаг к детенышу, это агрессия, медленно попятиться, страх, атаковать мне его не надо, поэтому открою ладонь. Там резко втягивает воздух. Зверь усаживается, не сводя с тебя взгляда. Это молчаливый ультиматум. Так, мы сохраним. I might. Here we go. What's this? Слабенькая, мягенькая. Something tender. Won't even have to chew you. Мне даже пережевывать тебе не придется, чтобы скормить сыну. Мяско. А, ты ранен, у тебя пол копья из головы торчит. Прошу прощения, ошибся, пещера, уже ухожу. Так, ты ранена. Это лучший вариант. Это всего лишь щепка. Раз справиться с тобой, она мне не помешает. Пугин, отпусти меня, или я прикончу твоего детеныша, а потом не тебя. Просто дай мне уйти, я не трону ни тебя. Следует убеждение. Я не знал, что это твое гнездо, дал бы, я не потревожил бы. Просто дай мне уйти, я не трону ни твоего детеныша. Нет, мне это не интересно, я хочу... Я не знал, что это твое гнездо. Знал бы, не потревожил бы. Это вранье. Я знал, что это ее, блядь, гнездо ебаное. 13 плюс 2, 15 получается. Считайте меня, блядь. Эта ошибка стоила тебе жизни. Но тебе не зачем опасаться. Но один неверный шаг, я разорву тебя на части. Я хочу тебе помочь. Я предупреждал Миско, а ты не слушал. О! Дружба с животными. Почему бы мне не подружиться с ним? Я подружусь и трахну его. Круто. Круто. И похуй на меня. Вот настолько, блядь, я дрессировщик. Убить.
Что если загрузить раннюю версию? И попытаться беспалевно подойти к ней, использовать на ней заклинания и изначально подружиться с ней. Я хочу вытащить из ее глаза копье, продолжить свой путь. Яйцо мне нахуй не нужно, ее детеныш тем более, они бесполезны. Ну вот что бы я сделал, поискал бы в ее трупах что-нибудь, может, что-нибудь полезное будет. Так, сохраняемся на всякий. Испытание провалено. Блять. Я хочу подружиться с этим медвесичем. Это женщина, она не так, скажем так, агрессивно была изначально. Если диалог начался, значит с ней уже можно подружиться. Вот если бы драка началась как с гоблинами, тогда другой разговор. Кстати, мне интересно сейчас стало, я мог гоблина... Бля, где гоблин? А, она же съебала, типа. Так. Я даже не воспользовался шансом, она просто спалила меня. Обнаружение мыслей позволяет проникнуть в чужую голову, но если вас застукают за этим, добра не ждите. Да ёб твою душу, блядь, не хотел я с ним разговаривать. Я то ли не смог активировать, то ли что. You feel the quake of its heavy footsteps before you see. Feel the quake of its head. Quake of its heavy. What's this? Won't even have to chew you before I feed you to my son. Soft meat. Stop! One more step and I'll rip your throat out. Should have listened when you had the chance.
feel the quake of its heavy footsteps before you see it. What's this? Won't even have to chew you before I feed you to my son. Soft. I don't think so. You've seen my nest. You've seen my cub. That makes you dangerous. An easy meal. Так, попробуем-ка запугивание, но мы запугаем, но вернем, блядь. Ты храбрый, глупый, зато... And I'm too tired to deal with brave. You can go, but you make one wrong step and I'll rip you to shreds. Нахуя? Это перебор, я такой не ем. Он есть. Ну, слишком дорогой. Сколько она? Дорого, 160. Нихуя тебе, за такое 160 я бы, блядь, никогда в жизни не отдал, блядь. Оно стоит, блядь, 160 раз больше, чем я отдал бы за сыр. Оно обычно стоит рублей 400, на. Да? Я купила тебе и себе. Чтобы я цельностью ее схавал? Да. Да не хочу. Придется, не... я уже. Ну, нет. Я сам факт того, что мне кто-то что-то покупает, это не искра. Что? Не. И четверть не буду. Короче, я решил ее пырнуть. Заебала она. 90 хп, одна цель. Так. Бля, он пахнет как мокрая тряпка. Или он с плесенью? О, я понял, чем пахнет. Так. Большую девочку. Кто будет? Waiting. Так. Wonder if the gods are watching me. Разрыв тканей, кровотечение, лук. Инициатива 7. Come on, can't stay idle. Ну, 82. Вообще урон не нужен. Так, посмотреть. В ней очередная атака, мультиатака, ярость. Находит под действием ярости, может совершить мультиатаки, ночное зрение. Сил 20, 74. Ну, конец хода. Ready or not?
Так, конец хода сделаем. Главное, на ближайшего не побежал. Destroyer. И стрелой. 20% шанс, 2.42. Ну, ребенка я не хочу ее убивать. Да, блядь, гений, конечно. Так, некротический урон от 3. Придешь сюда. Следующий бросок атаки будет против боли. Так, изгнание нежити. Двуличность. Отвлечь внимание врага. Исцеляющий. Приворот гуманоида. Благословение. Поднимаем класс брони. Так. Пронзающий. You're breathing, despite everything. Хоть какой-то урон. Критический промах. Ёб твою душу. Как можно было, блядь, критически промазать? Так. А ты-то чё? Полагаю, тебе... Он таким макаром очень быстро сдохнет. Так что предлагаю ему использовать эту хуйню. И... Промазал. Так, кровотечение вызвал. See their chances. Ебать, ты бесполезен. Прыгнешь.
Ебать. Так. Мать будет поопаснее. Let's play. On the way. Сука, как ты можешь, блин, с такого расстояния 20% промаха ебануть? Так. Опыта. Another fight. Так, let's go. Слишком много позы. Так, Гил сдохнет попутово. Так, вылечим. Молодец. Пейшая вещь, которая, блин, могла быть. Игнис! Промах. You can't always be a gentleman. В случае я больше ничего не ожидал. Так. Просто не могу. Ну нет, не видишь. Ярость пала из-за того, что ребенка убили. Так. Молодец. Так, можно до длительного отдыха. Жертвовать 6 метрами своей скорости, чтобы дополнительно нанести своим оружием ближнего боя 3 режущего урона. На нахуй. 39 не так уж много. Некротический урон 2 уровня.
26 урона сразу въебали. Повышаем ХП. И недостаточно действий. Все. На нахуй. И мечом, блядь. Пройдем. 5 урона. 5 урона неплохо. На следующих этих мы уже успеем. Так. Так. Некритический урон. Сколько урона тут? Ёб твою душу, я думал, эта драка уже закончится. Пофигу на урон. Она не умрёт, скажем так. Ну, блять, подойди как можно ближе, что ты, блядь, мозга идешь. Мультиатака. Два. Так. А ну-ка. Пырни его. Два урона. Как можно, блядь, промазать, блядь, с огнем, блядь, с такой территории? О, 4, 15. Стабильно. Персонаж взял смерть и стабильно, но без сознания. Он начнется, когда восстановит очки здоровья. Устроить короткий отдых, исцелить персонажа или использовать действие помощи. Незримая рука сжимает твое сердце, сила оставляет тебя. Какая-то пустота разрастается в твоей груди. Паладин, ты чувствуешь утрату? Something has been lost. You have broken your oath, ты приступил свою клятву, приступил. At the close of day, жди меня на закате солнца. I will be waiting for you. We have much to discuss. Нам ждет долгий, серьезный разговор. Эй. Have to keep going. Клятва нарушена. Вы нарушили священную клятву, предали собственное убеждение. Вы больше не можете пользоваться зарядами силы клятвы. Смотрите, что вы там наделали. Так. My faith will guide me. Quite ready for you. Этого вылечили. At least things have stayed interesting. Так. Что за фар? Да не к себе же, тут ебаный. Галадриэль, это оставлю у себя, а это отдам, оставил тут. Галадриэль. Угу. Alright, what now? Так. Так. Is that blood? Ну все. No, never mind. Moving ahead. Тяжелый камень. Охуенный тяжелый камень. Нихуя нету. Вот у него наконечник сломанного копья.
объединить Галадриэль. Посмотреть. Сразу желтое немигающее глазное яблоко. Стоп, что это? Объединить. Видение абсолют. А, шанс ослепить цель наносит дополнительно до 12 количества урона существам, у которых больше двух глаз. Четыре, 11. Oh my. Нет, не будем пользоваться. Нет, нихуя себе. Груда костей. Груди костей. Стая близко. Тут вокруг тебя витает неукротимая чай. Мне нравится. Стая близко. Яйцо стоит целое состояние. Ебать, объятия Сильвануса. Естественно, порядок нежить, ударящий обладатель получает чистую урону. Что это? Отправить Шедулхард. Шедулхард 13. Так. 14. У этого тоже 14. Значит, вот это можно продать. Бай товар. Добавить товар. Добавить товар. Креп. Что мне с этим? Ладно. Добавить товары. Добавить. Посмотреть. Меч фигня. Добавить товары. Я себе. Рюкзак. Золото. Еда. Хилки. А ну-ка. Подобрать. Можно было сюда залезть. Я посер. Здесь можно брать какой-то? Это единственное, что здесь торчит. Лежит плашмя. Заклинание. Не может творить заклинание, нет умения. Я надеюсь, вот доспех. Не очень-то сильно понял. No props, please.
А что, вы его не исследовали? Тяжелый камень. Better not be cursed. You seem to know a good deal about our condition, though. Everything, really. Not to put too fine a point on it. Так, сохраняю силу хочу. Нет, нет. Сигу хоро шигу. Казино всегда выигрывает. Всего хорошего.